на пятачке заскакала. Андронов, Робинсон. Ничего себе успели. Гол! Фантастика. Меньше секунды. Меньше секунды. Нарушение численного состава. ЦСКА на 2 минуты остается в меньшинстве. Толчинский под воротом. Передача. Гол! Сработало большинство. Вагарда Рибуши. 3-1. И опять Корбан Найт. Здорово, здорово, Ванга. Ого, в меньшинстве контратака, Чедунов, гол. Вот это да, вот это да, вот это сюжет. Вы представляете? Это вообще, это даже придумать невозможно. Армейцы в овертайме играют в большинстве, пропускают контратаку и забивает Чедунов. С Шалуновым и Акуловым. Райков. Хорошая какая передача. И Попов забивает 3-0. Вот он Попов. Вот он ветеран. Вот он. Забыли Попову на дальней синей. Увлеклись а мячи атакой. Мы побежали отыгрываться. Но когда такой мастер на льду, то нужно держать ухо востро. Вроде бы не сильно бросил Попов, но точно. Мамин. Так, ну забежал-то ладно в зону. Тут борт. Акулов. Мимо шайбы. Буше. Контратака авангарда в меньшинстве. Мы это видели. Буше. Под ноги. Гол! Вот это да! Рибуше в меньшинстве. Это какая-то особая марка авангарда. В меньшинстве убежать, забить и сделать важнейший шаг к кубку.